Небо в огнях, форсирование реки на танках и оружейные залпы с корабля. Это отнюдь не описание войны, а моменты армейских игр. Наши военные накануне заняли первое место в соревнованиях. Минобороны опубликовала самые захватывающие кадры. Давайте смотреть. Министр обороны Сергей Шойгу накануне поздравил победителей, генерал армии вручил нашей сборной главный кубок. В копилке российских военных 20 золотых медалей, у Казахстана 2, китайские гости получили 1. Армейские игры проходили 2 недели на территории нашей страны и Казахстана. В них участвовали команды из 19 государств. Давайте посмотрим еще раз, как это было захватывающее видео.